На канале СТБ состоится премьера 16-серийной детективной приключенческой мелодрамы «Все не случайно». В центре сюжета сериала бизнесмен Олег Полянский. В его семье, казалось бы, все прекрасно. Красавица жена Анна сделала их дом образцовым. 15-летняя дочь Варя занимается престижным конным спортом. Но девочке не хватает материнского тепла, а Олегу – заботы и нежности супруги. Анна требовательна к дочери и хочет, чтобы на соревнованиях она всегда побеждала. И девочка изо всех сил пытается оправдать надежды матери. Однажды Варя падает с лошади прямо под копыта других наездников. Для ее спасения срочно нужна донорская кровь. Но анализ ДНК показывает, что ни Олег, ни Анна не являются биологическими родителями девочки. Но как такое возможно, и что на самом деле произошло много лет назад? И смогут ли Полянские сохранить семью, когда встретятся с настоящей матерью Вари? Главные роли в сериале исполнят Прохор Дубравин, Светлана Зельбит, Ольга Алексей, Ирина Кудашова и другие. Премьера 16-серийной детективно-приключенческой мелодрамы «Все не случайно» состоится 10 мая на канале СТБ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.